небольшое отчетное видео, это второе видео. Первое высылается железо, второе железо покрашено. Это у нас поедет легенда 4х6. Комплектация двери, форточки сейчас не помню. Но факт того, что вот завтра она пойдет в упаковку для транспортной компании. Будет следующий отчет уже упакованной конструкции. Многие спрашивают, как мы это делаем. Так и делаем. Перенесем производство, где будем упаковывать. А, тут форточки стеновые. Остальное есть на складе уже. Тут покрашена только чистая конструкция, арки, торцы, прогоны и форточки стеновые. Все остальное стандартное, оно все есть на складе. Такое небольшое видео. Покраска полимерно-порошковая. Уже каждый раз всем рассказываю, сезон начался, это просто трэш. Ну и оцинкованная труба. Видите, все стоит оцинковка. Да, кому интересны легенды 4 метра шириной, они у нас заготовлены очень много, это еще мало сюда перенесли с производства, потому что здесь места у нас мало на перескладировке. Вот, сами несущие арки. А, это трешки стоят. Трехметровые изготовлены из 40 на 40. А четверки, значит, не перенесли они на производство. А, вот они стоят. Четверки изготавливаются несущие арки из трубы 40 на 60 аж. Видите, какие огромные. Еще не зачищено ничего. Ну это а торцы, три вида трубы, 20 на 20, 40 на 40 и 40 на 20. Все это цинк, форточки даже из оцинкованного уголка делаются. Работаем, друзья, у нас нет черного металла. Потом получается вот такая красота, которую нужно собрать и сделать еще красивее. То есть теплицу, красивую, мощную. Собственно, покраска. Красим любые металлические конструкции, алюминий. В основном профиль у нас цвет алюминий. Это вот доборные элементы всевозможные из оцинковки. Вот так в основном идет покраска алюминия, конечно. Профиль входные группы и так далее. Это вот двери идут у нас на теплице алюминий. Саша, когда красить будем? Сегодня? Двери? Не знаю. Ну все, скоро покрасим. Тоже монтаж скоро у нас стеклянных теплиц. Поэтому работаем. Дежиривание, подготовка, развешивание, потом прожарка в печи. Ну и потом покраска.